Вот я вчера разговаривал с министром просвещения, с Сергеем Сергеевичем Кравцовым. Значит, он был там в Донецке, в других территориях. Вот он мне вчера рассказывал, я просто, извините, рот открыл. Вот школьники даже не знали, что существует Крымский мост. Они считали, что это фейк. Да. Они вообще не представляли, даже не знали, что Украина входила и Россия в состав единого государства Советского Союза. Они просто этого не знают. Вот им так все преподавали. И уж точно совершенно не только не дети, даже взрослые, наверное, многие, судя по всему, не знают, что у Украины не было никогда своей государственности до образования Советского Союза.